пойдем. Давайте сначала уйдем отсюда. Младшенький, ты действительно нечто. Что у тебя во рту? Верни одежду госпоже. Консюэли, я буду... Хватит, не говори так дерзко. Помоги мне настроить пушку, пошли. А что насчет девушек? Мы должны спасти их. Не беспокойся. Кан и Цянь вместе с остальными. Какая жалость, что Ван Дао избежал. Это не важно. У нас все еще есть Джан Льзи. Чего тебе? Не подходи. Держись подальше. Отстань. Наполни. Это был по-настоящему сложный побег. Фелисити, должно быть, ждет твое будущее. Многообещающее. Очень многообещающее. Давайте, чокнемся. Вот, выпьем, Сюэли. Может, Ханьшен расскажет нам, как ему удалось выжить? В тот день неожиданно появился монстр, и меня ударил огненный шар. Я потерял сознание. Я думал, что умру. К моему удивлению, я очнулся в пещере. Кто-то заставлял меня писать сообщения, чтобы разоблачать скандалы со знаменитостями. Что я за человек? Как я мог делать такие вещи? Слишком по-детски. Что это значит? Он сказал, что был доверчивым, революционеры никогда не сдаются. Ханьшен, ты действительно молодой и многообещающий. Да, пример для подражания. Пример для подражания. Давайте выпьем за это. Не могу поверить, что у них есть такая цель. Я всегда считал их обычными мошенниками. У меня и в голову не приходило, что у них есть связи. Да. Сейчас решающий момент парламентских выборов. Если скандал выйдет наружу, это будет плохо для правительства Нанкина. Господин Чен, пожалуйста, организуйте это для меня. Я отправлюсь туда завтра. А это не слишком поспешно? Очень поспешно. Сейчас слишком беспокойное время, и у нас нет выбора. В этом году на фестивале фонарей я ходил полюбоваться праздничными фонарями. Было ярко и красиво, так оживленно. Самая знаменитая актриса оперы Бэйджин, Цай Фэйфэй, играла в спектакле «Прощай, моя наследница». Зрители тепло приветствовали ее. Неожиданно я услышал вспышку смеха. Так много людей, так много звуков. Я не понял, почему заметил именно этот смех. Я обернулся. Она тоже смотрела на меня. Посмотри на фонарик. Посмотри на этот фонарик. Так мило. Может, пойдем туда? Пошли. Не иди так быстро. Посмотри на фейерверки. Посмотри на фейерверки. Впечатляюще. Так красиво. Мило. Великолепно. Красиво. Такой разноцветный. Загадай желание. Большое. Они очень красивые. Посмотри. Они не сравнятся с тобой. На следующий день я сделал предложение. И через полгода мы поженились. Здорово. Хорошо, отлично. Хорошая работа. Она была более нежной и добродетельной, чем я представлял. Я был уверен, что она любовь моей жизни. Мы поклялись друг другу в брачную ночь, что неважно, с какими трудностями столкнемся в нашей жизни, мы никогда не расстанемся. И даже смерть не разлучит нас. Но всего через полгода я потерял с ней связь. Я искал ее везде, чувствуя отчаяние. Думал, что должен пойти с ней. Но потом я подумал, возможно, однажды она вернется. Если она вернется и не найдет меня, она очень сильно расстроится. В тот день я наткнулся на свиток. И как я мог не обрадоваться?
Я ждал целых 3 года. Нет. Я пойду искать ее. Сан-Франциско большой, куда пойдешь? Присядь. Я отправил телеграмму своему другу в Сан-Франциско и попросил разобраться с этим. Если они что-нибудь найдут, я пойду с тобой. Я переживаю, что Ван Давой может лгать. Не волнуйся. В этот раз Ван Давой не уйдет. У меня все его вещи. Через несколько дней... Он точно вернется. Мы будем ждать здесь, и это правильное решение. Прошу, моя любовь. Отомсти за моего брата. Это я тот, кто должен вставать на колени. Давай обсудим это, присядь. Что именно произошло? Поколениями. У моей семьи была аптека и ресторан. Я была маленькой, когда мои родители умерли. Поэтому семейный бизнес перешел брату. Каждый месяц встречался с поставщиками. Один раз вернулся и был взволнован. Сказал, что что-то пошло не так. Что? Что случилось с нашим братом? Обычно он селился в гостинице и выпивал. В этот раз он напился и ввязался в драку с колдуном. Он ударил колдуна. Довольно сильно, правильно? Да. Брат изучал боевые искусства. Он сломал ему 2 ребра. В тот раз они ели хот-пот. Также он обжег руку колдуна. Жизнь так тяжела. Если бы твой брат был здесь, мне было бы нелегко. Той ночью произошло что-то странное. Джаошен. Кто это? Кто? Выходи! Кто? Ерунда. Это не может быть правдой. Друг, ты слишком мало читаешь. Я изучал соответствующие материалы и нашел, что это было задокументировано, как история Лиу Сянрена, сельское хозяйство в деревне Нан, о чем Конфуций не говорил, и даже в главе Джуэр есть о Лиу Сянрене. Есть даже термин в даосизме, который называется коллекционирование и пытки детей. Во сне о красных особняках госпожа Ма заколола бумажного человека, чтобы подставить Ван Шифена и Дзебаою. Это все выдумки и не более. Ты что, веришь во все это? В мире нет призраков. Лиу Сянрена не существует. Как выглядят призраки? Какова цена? А сколько их видов? Какие бывают? Ты не видела их сама, правда? Ты только читала про них. Ты не веришь в выдумки? Как насчет законов династии Цин? В их законы включены 4 главы. Глина и пытки, бумажный человек и пытки, дерево и пытки, а также бамбук и пытки. Эти законы невежественны. Что насчет Ван Рсяо? Это было прямо здесь. Это происходит с древних времен. Это потому, что ты никогда не сомневаешься в них. Ты не умеешь критически мыслить. Ладно, забудь. Что случилось потом? Потом мой брат не принял это всерьез. Он ходил, договаривался о бизнесе. Когда вернулся в гостиницу, случилось что-то плохое. Ты наконец вернулся, мой гость? Что случилось? Несколько полицейских ждут тебя внутри. Сотрудники из правительства? Что они здесь делают?
Почему бы тебе не пойти и не узнать? Чем я могу вам помочь? Вас обвиняют в торговле детьми и убийстве. Мы здесь, чтобы провести расследование. Это чушь! Я послушный торговец. Когда это я похитил ребенка? Тогда откройте эту посылку. Если не откроешь, мы сделаем это за тебя. Хорошо. Я открываю. Смотрите внимательно. Ты злой человек. Мы только что поймали тебя с уликами. Что еще ты можешь сказать? Я не виновен. Это не моя вина. Впоследствии его отправили в тюрьму. Они сказали, что он похищал детей. После нескольких судов его приговорили к казни. Это было слишком обычно. Странно то, что родители детей, которые были похищены, утверждали, что им снились их дети, и говорили им во сне, что это сделал брат Лян. Они казались настолько уверены в этом. Чего? Даже сны могут быть доказательством? В снах возможно все. После этого дело не завершилось. Оно дошло до Министерства юстиции. Вся столица говорила о деле. Ли Минчан признал его виновным и приговорил его к казни через расчленение. Он так ошибся? Очевидно, что твоего брата подставил убийца. Неудивительно, что твоя семья уничтожена. Дело твоего брата непростое. Мой брат был обижен. Но мы не знакомы с этим местом и людьми. Ли Минчан хотел его смерти. К счастью, брат тренировался с детства. Он был хорош. Ему удалось бежать из тюрьмы. Не обязательно Ли Минчан хотел подставить твоего брата. Как только он добрался до дома, брат Лян получил документы на арест. Мы думали, что в нашем родном городе не будет никакого нечестного наказания, поэтому я уговорил его сдаться. На следующий день он был заключен в тюрьму. Мне сказали, что брат Лян сошел с ума. Я пошел в тюрьму и обнаружил, что герой в прошлом сошел с ума. Он кричал, что там были призраки. Он стал тощим. Кто был городским магистрантом? Кто еще? Конечно, Чен Тяньгуан. Тогда Фэн Дон помог брату подкупить охранников и получил одолжение, по которому смог встретиться с врачом. Когда никто не следил за ним, он утопился. Брат! Брат! Не подходи! Брат, что ты задумал? После того, как я умру, моя душа станет свирепым призраком. Город Сян никогда не будет мирным. Чаошен! Брат! Брат! Позже я узнала, что он оставил записку с четырьмя словами. Пожалуйста, отомсти за меня. Мой брат рассказал мне все, через что он прошел. Особенно появление этого мужчины. У него старый шрам. Я уверена, что это Ван Даой. Не волнуйся. Я слышал о Ли Минчане. Я доберусь до правды. Твои дела также мои. Мы в одной лодке. Не говори ерунды. Не будь такой скрытный. Вы так близки, мы не слепые. В конце концов, здесь есть умные люди. Фэн Дон, ты следуешь плохому примеру. Так это ты сказала. Я отомщу за тебя, и ты станешь моей девушкой. Где доказательства? Тогда я ухожу. Как ты смеешь? Не осмелюсь. Веки без складки, маленькие глаза. Выглядит немного зловеще, когда улыбается. Кун Сюэли как раз мой тип. Как увижу тебя в следующий раз, я должна завоевать тебя. Кун Сюэли. Mm-hmm.
Внимание все! Мы захватили 120 тысяч серебряных тайлей. 120? Так много? Правда? 120 тысяч? Я много работал в течение года, убивая свиней. Даже продав свинину, свиные ножки, все ее части, даже кишечник, они не будут стоить даже 12 серебряных тайлей. На этот раз мы спасли много жертв. Мы поймали Джан Льзи, главного виновника, но другой виновник, Ван Дауи, в бегах. Надеюсь, каждый сможет посодействовать нам. Те, кто помогут, получат вознаграждение в размере одного таэля. Ган. Это Ван Даой. Посмотрите внимательно. Обратите внимание. Откройте глаза и посмотрите. Это Ван Даой. Думаю, вы знаете его. Я не буду продолжать говорить о нем. Что насчет монстра? Дзиин на самом деле дракон, работающий на пару. Как воздушный шар. Шестерню толкает горящий двигатель. Так дракон в форме трубки двигается за счет энергии пара, а затем за счет людей, которые тянут за веревки при туманной погоде. Хао Юцянь. Здесь? Я здесь. Что это? Заведи ее. Что это за штука, которая двигается? Смотри. Что это? Что это такое? Это очень сложный механизм. Аналогично, Цзюин может двигаться почти так же. Хотите знать, как именно Цзюин работает? Да, конечно. Расскажи нам. Это несложно, очень просто. Каждый, кто хочет узнать принципы механики, добро пожаловать в Яман для разговора со мной в любое время, хорошо? Да! Теперь подождем, пока старый лис не заглотит наживку. Боже мой, мы все как старые лисы. Какие трюки мы разыгрываем? Расскажу тебе историю. Рядом с моим домом есть небольшая канава. Когда я был ребенком, я всегда любил прыгать вокруг нее. Когда мой отец узнал, он запретил мне делать это. Сказал, это дурной тон. Чем больше он не позволял мне прыгать, тем больше я хотел. Потом это стало моей сердечной болезнью. Я просто хотел прыгать каждый раз, когда видел эту канаву. Я тоже. Когда я вижу деньги, просто хочу их. Боже, вы все стали монахами? Почему у нас сегодня вегетарианская еда? Дон-дон, это то, чего ты не знаешь. Если ты хочешь жить хорошо, ты должен есть зеленую еду. Ты старомоден и не знаешь последних трендов, заботься о здоровье. Учись больше у меня. Остроумно. Действительно остроумно. Вы собираетесь жить здесь? Немного соскучился по дому. Моя наложница все еще ждет меня дома. Хао, жизнь коротка. Не играй постоянно с деньгами и девушками. Тогда с чем мне играть? Теперь, когда ты решил играть, тебе стоит и есть больше овощей. Когда мы поймаем Ван Даоя и опознаем его, мы отпустим тебя. Ешь больше. Все хорошо, давайте продолжим пить. Мы почти пришли. Лови вора. Это ищешь? Даосист Ван. Неудивительно, что я не могу его найти. Собака не может перестать есть дрянь.
Стой! Не беги! Использовал волчий навоз, кости угрей и манит, чтобы сделать маскировочный дым и канаты, чтобы помочь себе выбраться. Ван Дауэй, кого ты хочешь обмануть? Почему бы тебе просто не выбрать туманный день? Хорошо, верните его обратно. Не двигайся! Кон Цюэли, у тебя какие-то претензии ко мне? Этот ордер на арест имеет какое-то отношение ко мне? Это не Джу Юаньжан. Лицо в виде обувной ложки. Это и вправду так? Если ты не умеешь рисовать, не рисуй. Найди кого-нибудь, кто сможет. Что за мусор? Смеешь оскорблять меня? Но ты не можешь оскорблять мое творчество. Тогда я предупреждаю тебя, ты можешь насмехаться над моей техникой, но не трожь внешность. Для чего эта железная табличка? У тебя подделка. А я знаю, что ты замышляешь что-то грандиозное. Юан Чонфэн берет на себя руководство, а ты Джан Лзи его лакей. Но ты не удовлетворен сложившимся положением дел и пытаешься добиться успеха, верно? Остановись. Позволь мне кое-что поправить. Юань Чонфэн и я — лидеры. Джан Льзи — наш лакей. Хорошо. Окровавленные одежды орданцы, признание Ху Сюань Сюань, личные показания Хао Ютяни и Джан Льзи, которые ты не можешь отрицать, включая смерть Лян Чаушена, ты должен заплатить за это. Отлично, ты знаешь. Можешь убить меня, кроме того, Фэндон. Без меня? Сан-Франциско такой большой, ты никогда не сможешь найти Яо Цзэцзинь. Цзэцзинь и правда в Сан-Франциско? Думаю, что сейчас она живет не очень хорошо. Я все еще помню, как когда ее поймали, она продолжала кричать: «Фэндон, Фэндон!» Потом она продолжала плакать и спать. Есть одна вещь, которую ты можешь не знать. Я помню, что она была беременна больше месяца в то время. Значит, твоему сыну должно быть около 3 лет. Успокойся, ты просто прыгаешь в его яму. Он сказал, что Цзэцзинь беременна. Он специально это сказал. До того, как Цзэцзинь исчезла, у нее были проблемы со здоровьем. Мой господин, господин, мой... Что вы делаете, господин? Это неправильно. Что произошло? С одеждой что-то не так. Думаешь, для меня уместно надевать одежду династии Цин на рассмотрение дела? Это и правда неуместно. Конечно. Но говорю это еще раз. Мы не имеем права говорить или спрашивать о том, что должны надевать чиновники. Кроме того, законы династии Цин отменены, и я не знаю законов Китайской Республики. Что мне нужно использовать для расследования? Это совсем неправильно. Нет, но... Мой господин, вы не рассматривали дело по закону раньше. О чем ты говоришь? Не говори правду, скажи им подождать. Хорошо. Мой господин, кое-что произошло. Что случилось? Происходит что-то большое, пожалуйста, посмотрите. Вы двое идите. Я переоденусь. Хорошо, пошли. Ты пойдешь со мной. Хорошо. С дороги. Выходи, злобный чиновник. Выходи! Кто это? Бунтовщик? Бросайте! Правда, бросили? Освободите бессмертного Вана. Бессмертный Ван не виновен. Для меня это слишком сложно.
Бессмертный Ван! Освободите бессмертного Вана! Его. Освободите бессмертного Вана! Освободите бессмертного Вана! Мой господин! Бунт! Мой господин! Это... Ты видел это? Они забросали меня яйцами. Да. Разверни войска, чтобы уничтожить их. Как много солдат. Столько, сколько сможешь. Хорошо. Что собираешься делать? Сюли, ты наконец пришел. Поспеши позвать кого-нибудь быстрее, уничтожь их. Мой господин, они пришли из-за Вана Давоя. Просто разберись с ним. Нехорошо для твоей репутации нападать на людей. Это так? Отлично, Сюли, я любил тебя не напрасно. Точно. Но я чувствую себя униженным. Не беспокойся. У нас есть свидетель Хао Юцянь, который жил в округе. Сейчас давай судить Вана Давоя. Нет, нужно судить его. Кто убил моего брата Ханьшена? Не суди его, просто застрели. И этот свидетель, отпусти его. Он нам не нужен. Давайте воспользуемся этой ночью, чтобы застрелить Вана Давоя. Ситуация снаружи хаотичная. Мой господин, мы должны показать публике, когда будем стрелять Вана Давоя, чтобы показать пример другим. Ты серьезно? Да. Хорошо. Ты можешь убить его, все зависит от тебя. Хорошо. Нужно вымыть волосы. Освободите бессмертного Вана. Освободите бессмертного Освободите Вана. Освободите бессмертного Вана. Объясните нам все. Через некоторое время вы все пойдете к реке, и я освобожу вашего бессмертного Вана, хорошо? Ты ведь не лжешь? Разве ты не лжешь? Если лжешь, мы разнесем твой дом. Да, да разнесем твой дом. Нет, я не лгу. Расходитесь. Позже около реки. Пойдем на реку и подождем. Хорошо, хорошо идем к реке и будем ждать. Пошли к реке. Идем. Надень это, и я тебя заберу. По крайней мере, ты нашел мне одежду по размеру. Это не похоже на мою одежду. Я знал, что ты сделаешь что-то глупое. Прости. Я должен увести его. А что, если я остановлю тебя? Тогда я прошу прощения. Убери свой пистолет. Отлично. Ван Давой. Скажи, где его жена, и я отпущу тебя. Отдай мне это. Если я скажу это сейчас, ты меня не отпустишь. А что, если ты уйдешь и не расскажешь? Босоногий парень не боится тех, кто носит обувь. Правильно? Достаточно. Ван Давой, у реки тебя ждет лодка, и ты сможешь рассказать об этом, хорошо? Хорошо. Бессмертный Ван! Бессмертный Ван! Всем здравствуйте! Бессмертный Ван, ты наконец вернулся! Это все недопонимание, которое волновало вас. Простите за то, что заставил волноваться! Отлично! Все, простите! Хорошо, что ты вернулся в полном здравии. Я не врал вам, разве нет? Ты и правда хороший парень. Пошли. Пошли, пошли, пошли. Да, идем. Спасибо всем. Тебя должны были освободить. Великолепно. Хорошо, что он в безопасности. Кун Сюэль, ты правда отпускаешь его? Все твои обещания просто пустые слова? Я была слепа. Уходи. Для этого есть причина. Так расскажи мне. Говори. Верим тебе, бессмертный Ван. Бессмертный Ван? Хорошо, позаботься о себе.
Моя сумка. Возвращайтесь быстрее. Хорошо, просто позовите меня. Удачи. Будь осторожен. Вандалы? Ты не попала. Возвращайся. 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 Вандалы, разве ты не должен рассказать? Я уже сказал вам. Она в Сан-Франциско. Кроме того, Лян Хайпин, не забудь про свою судьбу. Я с тобой еще не закончила. Ван Даой, ты убил так много людей, ты когда-нибудь думал, что будешь наказан? Я никогда и ничего не боялся в своей жизни. То, чего я боюсь больше всего, это лишиться денег. У меня будет огромное состояние, и я доживу до 73. Я заставлю тебя потерять все сегодня. Консуэли, негодяй! Я вернусь за тобой. У тебя нет шансов, Ван Даой. Ты искалечил людей, культивировал бессмертного Лиу, продавал людей, убил Лян Чаошэнь и притворялся призраком. Сегодня я добьюсь справедливости. Огонь! Вы видели это? Это предупреждение всем вам. Тот, кто будет нести чепуху, чтобы обманывать людей, вот его конец. Он взорвал бессмертного Вана. Убейте его! Убейте его! Да, убейте его! Кунцюли, помогите! Спасите его! Спасти кого? Он самоубился. Забудьте, пошли. Кунцюли. Кунцюли. Давай вернемся. Не уходите. Начальник. Начальник. Мы были заняты тушением пожара. Джан Цзи сбежал в суматохе. Разве ты не просила меня уйти? Я была рассержена. Ты в порядке? Если уеду на полмесяца, будешь ждать? Да, буду ждать, пока не вернешься. Почему ты стоишь здесь и молчишь? Разве мне нельзя? Я была так взволнована, что забыла сказать. Кто здесь? Бей его. Бей его. Забей его до смерти. Забей его. Пэндон, принеси мне мой пистолет. У него пистолет, уходим. Твой дом небезопасен, пойдем ко мне. Пойдем вместе. Пошли. Идем. Брат! Брат Фэн! Брат! Привет, маленькая девочка. Я в порядке. Ищу своего брата. Что ты здесь делаешь? Твой брат собирался пить прошлой ночью и попросил меня выпить с ним. Заходи. Что ты делаешь? Что делаешь? Сплю. Иди в свою кровать. Нет, твоя кровать удобнее. Вы и правда пили вместе вчера? Ага, я еще не протрезвел. Не беспокой меня. Я даже не разобрался с тобой за то, что ты отпустил Ван Даоя. Кем ты себя возомнил? Ты мужчина.
Если твоя женщина пропала, просто иди и верни ее. Как ты мог поверить ему? Ты знаешь, что он за человек. Так как Ван Давой умер, у нас больше нет никаких зацепок. Но у нас все еще есть Джан Льзи и Дао Си Чуньфэн. Брат, не грусти. Ты еще молодая и не понимаешь. Почему это не понимаю? Я знаю, что тебе грустно. Когда о невестке не было новостей, ты не сдавался. Сейчас у тебя есть новости о ней. Теперь мы знаем, что она все еще жива. Разве это не лучше, чем совсем не иметь новостей? Это имеет смысл. Правда ведь? Я сказал так много, разве в этом нет смысла? Сяо Линдан, почему ты здесь? Точно. Мой дед приготовил вкусняшек для вас, чтобы отплатить вам за свое спасение. И он хочет рассказать вам кое-что важное. Хорошо, мы придем, когда протрезвеем. Yeah.